Володя, вот объясни мне, почему у нас корпоратив в бане? У всех нормальных людей корпоративы в ресторанах, кафе, девчонки платья новые себе покупают, каблуки, а мы нет, поехали в баню. Да ты не переживай, тебе там понравится, ты увидишь. Иван! Расслабься, все будет хорошо, всем все понравится. Отдохнем, посидим и разойдемся. Ну, договорились.